Сегодня в храмах звучат слова из Евангелия от Матфея, это 24 глава с 27 по 33 и 42 по 51 стих. Давайте послушаем. «Ибо как молния исходит от востока, и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, с силою и славою великою. И пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их». «Яко же бо молния исходит от восток и является до запад, так и будет пришествие Сына Человеческого, и где же баще будет труп, там и соберутся орли. Абье же, по скорби дни тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спаднут с небесе, и силы небесные подвигнутся, и тогда явится знамение Сына Человеческого на небеси, и тогда восплачутся вся колена земная, и узрят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных силою и славою многою, и послет ангелы своя с трубным гласом велием, и соберут избранные его от четырех ветров, от конец небес до конец их,